Я точно тебе говорю, не будет. Ты точно, да? Я точно знаю, что значит масса, и вечно буду одним из масс. Вот я живу на проспекте Маркса, но что в том счастье, раз я не Маркс. Не быть мне первым, не быть последним, не быть мне видно, так что с того и вечно буду обычным средним, и мне не важно среди кого. Я утром выйду, возьму машину, в кабину сяду, толкну рычаг и еду прямо на середину, а с середины меня никак. Пускай все сволочь и балбесы глумятся радостно надо мной, да я не доктор и не профессор, нет, я не Байрон и не другой. Пусть эти крысы с высокой крышей плюют у меня, я стерплю хоть как. Я им не лысый, я им не рыжий, я им не в шляпе и не в очках. Все где-то с краю, а я вот между совсем простой, один совсем. Ни на кого никакой надежды, зато ответа ни перед кем, зато ни с кем. Не делю награды и все затраты терплю вполне. И мой красивый рефрижератор летит туда, куда надо мне. Это и есть рефрижератор? А я понятия не имею.